Ну так что, водочку или коньяк? Я за водку. Мужики, может, на пиве остановимся? Завтра все-таки свадьба. А сегодня мальчишник. Честно говоря, я бы тоже пивка выпил. Ну, пиво мы выпьем, а что пить будем? А может, вам винца взять? Ну, если брать вино, надо брать и женщин. Паша мне обещал, на мальчишнике никаких женщин. Не-не-не-не-не, никаких женщин. Гугусик, Эдик шутит. Ладно, предлагаю так, начать с пива, продолжить водкой, а закончить коньяком. Тем более, что я все купил. Ладно, все, я через полчаса у тебя. Я через час. Давай, пока, мужики. Медвежонок. Пообещай мне, пожалуйста, еще раз, что на мальчишнике не будет никаких женщин. Гугусик. А ты пообещаешь, что на девичнике никаких мужчин? Какие мужчины на моем девичнике? Ну, какие женщины на моем мальчишнике? Я просто знаю твоего Эдика. А я знаю твою Снежану. Ты не опаздываешь на свой мальчишник, Сев? Опаздываю. Я просто не могу определиться с подарком для Паши. Что тут определяться? Деньги нужно дарить. Деньги? Ну да. Слушай, а что он нам подарил на свадьбу? На нашу с тобой свадьбу. Сейчас. Ага, вот, друзья, подарки Калачук. 3000 рублей. Да. Ну что, 3000 рублей, $100. Нормальный подарок. Да, к тому же, Паш тогда не так много зарабатывал. Нет, это сейчас 3000 рублей, $100. А по курсу 2001 года это... А, черт, тоже $100. Блин, какой-то отвратительный курс. Сева, Паша твой друг. А другу надо дарить по максимуму. Я готов по максимуму, я просто никак не могу определиться с этим максимумом. Ой, все равно твой максимум ниже минимума любого нормального человека. Ладно, ты делай, что хочешь, а я сама за себя подарю. Хорошо. Давай разливай еще. Я пойду курочку погрею. Давай. Саша, ты что будешь Пашке на свадьбу дарить? Ну, наверное, несколько портретов. Я портрет Бенджамина Франклина. А деньги? Ты туда же. Слушай, он тебе случайно не говорил, может, ему нужен чайник эмалированный, а? Или кофейный сервиз на 6 персон, ярославский. Сев, мы с ним такие интимные вопросы вообще не обсуждаем. Ура! А, вкуснятина! Снежан, вообще-то это мартини, его подтягивать надо. Вот я и потянула. Олесенька, я бы хотела выпить. Точно, давайте выпьем. Ты же девичник, нужно отрываться по полной. Ура! Ура! А вот и горяченькая курочка. Мужики, ну что это такое? Павлик, можете представить, это Изабелла. Мальчишник без женщин – это очень плохая примета. А Изабелла просто посидит с нами, так, для атмосферы. Да. Заворачиваю. Не буду. Ну, 3 мужика за столом, а женщина в шкафу – это неприлично. Да. А? Ну? За женщин. Не истерика, за женщин. Движение автотранспорта ограничено. Блин, ну вообще ничего. Хоть бы концерт какой-нибудь на твой девичник показали. У нас тут свой концерт. Угу. Сколько она потянула-то? 1,5 бутылочки. О, вот это я понимаю. У Снежанки девичник, так девичник. О, с мужиками там, наверное, развлекается. Интересно, как там Пашка? Чего они делают? Да понятно, что они там делают. Это мы тут отрываемся по полной. А они веселятся. Смотри, Паш, что с человеком делает семейная жизнь. А ведь я его помнил, когда он мог выпить 3 рюмки. Что-то, глядя на него, самому спать захотелось. Так поехали к девчонкам, а? Не-не, я обещал Алисе без женщин. Ну, поехали к тебе, у них там наверняка весело, там же Соня. Соня, вон у нас своя Соня. Соня, вставай. Вставай, Соня. Вставай. Я не сплю. Хорошо. Вставай, мы едем к Паше. Поехали, Паша. Так, едем к Паше, заодно и проверим, есть ли у него кофейный сервиз и чайник.
Ой, а я говорила, что будет скучно. Надо было стриптизера вызвать. Мы с Пашей договорились. Никаких женщин, никаких мужчин. А ты серьезно думаешь, что они там без женщин? Ты что, Эдика не знаешь? Я знаю Пашу и доверяю ему. Привет. Алло, медвежонок, привет. Как вы там? Чего делаете? Да так, пиво пьем, телек смотрим. Ну, хороший такой мальчишник. В общем, веселимся. А вы как? Не, у нас вообще весело. Снежана вообще жжет. Ну все, я тебя целую, давай. Пока. Ну чего? Блин, у них там весело. Паша что-то не договорит, они там хихикают. А поехали проверим. Точно, поехали. Все равно у нас мартини закончился. Ну. Представляешь, мы поднимаемся, а там стриптизеры и шампанское рекой. Они собирались пить мартини. О, там, где мартини, точно стриптизеры с шампанским. Давай. Да ладно. Вот увидишь, мы приедем, а там полный дом стриптизеров. Попались? А где они? Так, я смотрю кухню. А, черт, сервизу их тоже есть. И чайник. Тихо, Паша. Алло? Кугусик, ага, привет. Ну как вы? Что-что? Не слышу. Нормально? Сидим дома, подтягиваем мартини. А, послушай, а можешь дать трубочку Жуле? Я так соскучился. А она спит. Спит? Малыш, ну так разбуди, я ж скучаю. Блин, хочет, чтобы Жуля погавкала. Дай сюда. Молодец, молодец, моя маленькая, толстенькая, волосатая девочка. Теперь дай трубочку хозяйке. Ага. Алло? Ой, малыш, спасибо, спасибо. Ну, развлекайтесь пока. Угу. Целую. Love you. Я тебя. В одном я точно уверен. Они там, где есть собака. Сева, это Снежана гавкала. Зачем Снежане гавкать, если у них есть собака? Да при чем здесь собака? Мне вообще не до этого. Вот где они? Да какая разница? У меня есть тост. Давайте выпьем за женщин, благодаря которым у нас теперь полностью развязаны руки и другие части тела. Стаканы, Сева. Ну, либо они очень тихо веселятся, либо их просто нет. Ну, в окнах света нет. Ясно теперь, почему Паша звонил. Решил засветиться, типа они дома, а сами свалили в какой-то клуб. К девкам. Что нам теперь делать? Да что угодно, девочки. У нас теперь просто развязаны руки. Они ведь думают, что мы дома. Девочки, а все это потому, что я умею гавкать. Мал-мал-мал! Пошли. Угу. Я понимаю, мальчишник. Вообще могли бы в клуб и не ездить. Как бы сэкономили. Это ты как считаешь, если я треть лимузина оплачу, это будет подарком на свадьбе? Старичок, девочка, не беспокойся. Сегодня за все платит калач, а? Вообще жаль, да. О, Эд, смотри, мимо твоего дома проезжай. Шеф, шеф, сделай музыку погромче. Отлично! Только девчонок не хватает. Вот, кстати, смотри, вот трое стоят. Да, о, не-не-не, не вариант, там она совсем толстая. Вот бы сейчас в лимузине покататься. А это идея. За мной. Вот это я понимаю, девичник. Да.
девчонки, а поехали в клуб! Да! Нет, я обещала Паше без мужиков. Отлично! Я как раз знаю один клуб без мужиков. Сивас! Севыч! Ща. Сева! Сева, твоя 1000 рублей! Сева, ся! Так! Нам надо взбодриться! Едем в клуб! Не-не-не, ну ты чё, я обещал, Олесе будет без женщин. Шеф! Нам в клуб, где нет женщин! Нормально? Только нам с тобой небо синего, море пена. Куда нас привёл? Это ж гигу! Ну да, ты ж там хотел, без женщин! Мужики, мне, по-моему, домой уже пора. Это уже полдень. Добрый вечер, вас трое? Нас нет, нас двое. То есть и двое, а мне, я случайно, мне к жене жена. У нас сегодня акция для мужчин, бесплатные коктейли. Да? А, тогда нас трое, да? Да-да-да-да-да. Пойдем. Без мужиков это компромисс. Вроде мужики есть, а вроде нет. Добрый вечер. Вы одни без мужчин? Да, что? Для мужчин у нас сегодня бесплатные коктейли. Так может позвоним Паше, пускай сюда приезжают. Нечего нашим мужикам по гей-клубам шастать. Мы сами за себя заплатим. Ставим! Прошу! Ничего! Опа! Здесь же спать можно, ребята! А еще можно, знаешь, как вот... Совсем стыд потеряли. Вам дальше. Прошу. Сева, давай с коктейлями. Не, сам иди, что, я только лег. Не, ну ты же у нас гей. Ты у нас гей. Гей, слышу. Привет. Привет. Слушай, а у вас что сегодня для мужчин? Коктейли бесплатные? Для геев? Да. Ну, налей мне тогда. А вы гей? Я? Да, что? Не похоже? Ну, хочешь, я тебя поцелую? Не-не-не, я не из ваших. Я тут работаю, на. О, вообще жаль, что не гей. Такой симпатичный. Ну, это кому как. Молодой человек. Не хотите угостить симпатичную девушку коктейлем? Нет! Это только для геев! О! Девочки, это такой прикол! Я сейчас у барной стойки такого махрового гея видела вообще. Человеку лет 40, ему семью впору иметь, а он все туда же. Понимаешь, бесплатный коктейль только для геев. Даже не угостил. Представляете, жмот какой. Сева! Я! Иди еще за коктейль. Я больше пойду, иди сам. А мне не дадут. Ты же у нас сегодня гей. Блин, я так больше не могу. Ты Олесь. Ты что запалишься? Здесь же музыка. Иди в туалет. Позвони. Блин, тут музыка. Не, надо было на другое место. Девочки, Паша звонит. О, беги в туалет, а то он поймет, что ты не дома. Ага. Алло? А, привет. Как дела? Хорошо, отдыхаем. Ну, мы скоро к вам приедем. Куда? Как куда? А вы что, не дома? Дома. Ну, домой приедем. А когда вы там здесь будете? Постараемся побыстрее. О, хорошо. Ждем. Пока. Давай, пока. Давай.
Девчонки, Паша сказал, что они едут к нам домой. Ого! Сумку! Сумку! Сева, Эдик, Сева, ну! Ну, простите! Ну, что, чего? Собирайтесь, давайте, быстро! Я сказал Алисе, что мы едем к ним. Давай! Я не поеду, я еще допил коктейль. А ты не боишься, что ты один? Давай, ну, давай, вставай! Сева! Эдик! Давай, быстро, ну! Давай! Шампанское! Да! Сережа, открывай! Сумки, прячем! Давай. Оп, раз. Ага. И ура! Успели! Попались! А что это вы попались? А мы к вам заезжали, а вас не было. Так мы в магазин ходили. Втроем. Конечно, ночь на дворе. А что это вы на нас наезжаете? Мы к вам тоже заезжали, вас не было, да? А когда это вы к нам заезжали? До лимузина! До какого лимузина? До какого лимузина? До магазина! До магазина. Ты тему не переводи, где вы были? Наверное, вы заезжали к нам, а мы заезжали к вам. Как-то все хорошо сошлось. А чего вы не сказали, что к нам едете, мы вам звонили? А мы хотели сделать вам сюрприз. Сюрприз? Да. А вы что не сказали, а только в трубку гавкали. А мы тоже хотели сделать сюрприз. Да, сюрприз! Это снова сошлось. Конечно, сошлось. Потому что мы друг другу никогда не врём. Да. А где Сева-то? Где? Где Сева? Сева! Да, так он же это, коктейли бесплатные напился. Каких бесплатных коктейлей? Каких бесплатных коктейлей? Ну, это же я за все платил. Поэтому для Севы коктейли бесплатные. Все, хватит вопросов! Все! Хватит! Держи! Давайте выпьем! Давайте! За то, что все сошлось, да! И что вы никогда друг другу не врёте! Не врём! Сейчас, давай! Раз! Как можно было так напиться, а? Как всегда. Сева, ты... Я тебя прошу, только не кричи. Умоляю, мне вчера уже хватило этой громкой музыки, этих геев. Каких геев? А, ну, это Эдик включил концерт этих, ну, Элтона Джона и Джорджа Майкла. Нам выходить через час? Ты уже придумал, что будешь Паше дарить? Нет, а ты? От себя я подарю деньги. А может, и от меня подаришь, а? А я тебе потом как-нибудь отдам. Ну, или на телефон положу, а? Сейчас. Тома, а можно пиво? Так. Все готовы? Мы со вчера готовы. Нет, почему Паша с Эдиком выглядит огурцами, а ты как? Потому что у них жена так алкоголь быстрее. Че это она на тебя так пялится, а? Куда я знаю, может, она минералки хочет. Уважаемые Павел и Олеся. Ты не знаешь, кто вот эта длинная, а? Где-то я ее видел. Это Соня, подружка Олеся. Ты не знаешь, кто этот помятый с минералкой? Это Сева, друг Паша. Создать новую ячейку общества, чтобы идти по жизни рука об руку, оставаясь вместе в горе и в радости. Павел,
Согласны ли вы взять в жены Олесю? Где-то я ее видел. Мало ли где, тихо. Че, тихо, че, мы в мавзолее, что ли? Павел, согласны ли вы взять в жены Олесю? А, я ее в гей-клубе видел. В гей-клубе? В гей-клубе? Точно! Вчера в гей-клубе он мне коктейль зажал. Сема, ты что, в гей-клубе был? Паша, ты что, в гей-клубе был? Дорогие брачующиеся, давайте вы потом разберетесь, кто где был. Вы жениться будете? Будем. Хорошо. Павел, согласны ли вы взять в жены Олесю? Так я не поняла, вы в гей-клубе были? Да. Хорошо. А. Олеся, а вы согласны взять в мужья Павла? А я так понимаю, что вы вчера тоже в гей-клубе были? Да. Хорошо. Объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить молодых. Серёжа, а что вы там делали? Ну, а что делают нормальные мужики в гей-клубе? Да? Что? Пили! А видно? Да. Видно. А пили, вы, значит. А вы что делали? Что вот вы? Что вы делали? Дыши! Вы в гей-клубе? Что вы делали? Колечки. Пили! Пили! А! Молодцы! Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним. Мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотая. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 Шесть тысяч. Неплохо, от кого? Это тетя Валя из Ханты-Мансийска, троюрная сестра мамы. С Ханты-Мансийска это совсем мало. Это кто? Издевается, что ли? Ну, это мой племянник Вася из Бугульмы. Он студент. А, студент из Бугульмы? Ну, тогда отлично. Кстати, а где конверты от твоих многочисленных родственников из Бердянска? У них должен быть где-то общий конверт. А вот. О, как много. Ну, то, что тут много гривен, не значит, что тут много денег. А где конверт от Севы? Тамара, кстати, подарила 5 тысяч. 5? Угу. Неплохо. А Сева? А вот. Неужели деньги? Не, письмо. Дорогие Паша и Олеся, в этот знаменательный для вас день вы подумаете, что я подарю вам ненужный подарок, но это не так. Паша, помнишь, как 5 мая 2004 года, когда у тебя в метро украли кошелек, ты взял у меня взаймы 2000 рублей и до сих пор не отдал? В честь твоей свадьбы я их тебе не только прощаю, но и дарю еще 1000. Итого, мой подарок 3000 рублей. Люблю. Сева.